нижнекамцы изъяли боеприпасы в Сарсас-Бле, остановился ремонт дороги. Об этом и не только прямо сейчас. Меня зовут Алсу Юматова. Здравствуйте. Сотрудники полиции задержали 36-летнего нижнекамца. У мужчины было изъято 8 патронов для малокалиберной винтовки и 10 патронов от пистолета Макарова. Нижнекамец был заключен под стражу. Известно, что мужчина нигде не работает. Возбуждено уголовное дело. Сколько грозит нижнекамцу, мы расскажем в итоговом выпуске новостей. Ремонт дорог в городе и районе продолжается. В этом году на эти цели будет выделено 340 миллионов рублей. А вот эти фотографии, сделаны они в Сарсас-Бли, прислали наши телезрители. По их словам, дорожники здесь пока не работают, а из-за оставленной на дороге техники и выкопанной ямы образуются пробки. Узнать, так ли это, выехала наша съемочная группа. Подробности уже 18:30. Тетя Мелани Сынова Альбина рассказала о том, как прошла операция по пересадке печени. Делали ее в Москве по квоте в НИИ имени Шумакова. Оперировал ее Гати Сергей Вадимович. Огромное ему спасибо за это. Вообще он один взялся за нее. Также врачам спасибо этим Шумакову. Ее оперировали несколько человек. Операция была очень тяжелой. Шла она около 14 часов. А Валерия была донором Мелани с мамой. Вот сейчас хорошо, не чувствует себя, пока вот приходит в себя. Реабилитация, конечно, будет проходить в течение года. Надеюсь, что у нас все хорошо будет. Другие подробности уже в вечернем выпуске новостей. О спорте. Нижнекамские спортсмены успешно выступили на спартакиаде учащихся на первенстве Татарстана по легкой атлетике. Состязания среди юношей и девушек прошли в Казани. В составе сборной Нижнекамска выступали воспитанники детской юношеской спортивной школы «Нефтехимик». В различных дисциплинах спортсменам удалось завоевать 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы. В общекомандном зачете сборная Нижнекамска заняла 2-е место, уступив казанцам. О погоде. Она начинает нас радовать. На улице теплее. Днем синоптики обещают до 18 градусов тепла. Через 2 часа новый выпуск новостей. Мы расскажем, какие изменения произойдут в системе исполнения наказания и где в Нижнекамске измеряют давление абсолютно бесплатно. Не переключайтесь. А я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефонам 077 или 41 13 13. Пишите нам на сайт ntrtv.ru. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Не прощаюсь.